Это называется француз яулова, французский платок. Но этот платок встречается в башкирском татарском костюме. Это, в принципе, красный платок набивной. Вот. Но мне, мое мнение, что этот платок как раз появился после 12-го года. Они с Франции шли, и они, скорее всего, где-то взяли этот образец и назвали его вот французским, потому что в Франции нет ничего подобного, естественно. Это ни разу не французский платок. И я вот это очень долго искала, их очень мало осталось. И я в итоге так хорошо искала, что нашла аж три. Нашла их три штуки. Третий. Устинья.